Вон он. Это верх. Как номерами уже понимаем. Ну что, все? Мы делаем? Едем? Ну все, поехали тогда. Больше не хочу. У тебя максималка 203, да, ты смотрел? Всем привет, доброе утро. С вами, как всегда, Алексей. Сейчас мы поедем в автохаус и будем забирать автомобиль, который мы с вами купили. Правда, вы не знаете еще какой, но пробу мы делали, вы это видели. Сейчас приедет мой друг. Как происходит покупка автомобиля? Тест-драйв делается бесплатно, ни копейки не должен ты платить. Приходишь в автомагазин, говоришь, хочу на автомобиле прокатиться, заранее договариваешься на число, на дату. Приходишь, берешь автомобиль, правда, в страховке записано, что если, не дай бог, что случится, царапина там или еще что-нибудь, то 1000 евро ты платишь сам. Раньше было 500 евро, сейчас 1000 евро. Вот мы на автомобиле прокатились и выбрали другой. После. Если ты покупаешь автомобиль, ты звонишь просто в страховку, какую хочешь, тебе говорят номер. И этот номер ты говоришь в автохаузе, где ты купил машину. Автохаус за 100 евро делает все сам, номера. Сегодня сделаем тест-драйв на новом автомобиле, сделаем обзор на него, посмотрим, что в нем есть, что нету. Мы сами его не видели, так что надо будет его смотреть внимательно. Я его там жду, блин, но здесь. Я тебя там жду, а ты здесь на дороге стоял, полчаса тебя ждал. А зачем? Ну, хотел снять видео, как ты подъезжаешь. Ах, что? Я машину и поставил, чтобы думал, там это. А ты как приехал, покуда? Оттуда как это? Верно. Видимо, разъехали. Я только сюда здесь сразу встал, а ты сюда. Я не знаю. Я стою, жду. Короче, не нашел я ничего нафиг. Вот новая машина. Короче, ничего. Снимаем номера. Слушай, мне надо это, по-другому ее поставить, наоборот. Ладно, потом поставлю. Так, ладно. Красота. Ну что, может быть, ты Мерседес мой возьмешь? А тебе Пассат. А мне Голь, ой, блин, Тигуан. Тебе Пассат, конечно. Где у нас Тигуан? Он, наверное, внутри не стоит у них? Не знаю. Видишь, скрипит? Ага. Амортизаторы. Да резинки там на этом, стабилизатор. Вон там вставляй. И того нету, кстати, черного, на котором мы ездили. И черного нету. Все, наверное, внутри стоят. Вот сюда ставь. Осторожнее. Осторожнее. Видишь, он показывает. А, это что, расстояние? Да, да, красное будет, уже близко как бы. Уже близко? И будет он пищать. А уже не пищит у тебя ничего? Вот так просто делай. Оно как само. Все, врубай. Вот так. Бремзы? Бремзы не надо. На автоматике не надо ставить. Да ты чё? Тебе тоже не надо. А у меня же кнопка есть на бремзы? Ну нафиг не нужны. Ручные. Ты привык на ручнике ездить всегда. Да. Хыщ. А здесь не надо. А это что за фигня? А, это переходники? Да, вот это. Вот USB. Видишь, какой он квадратный внутри? Здоровый. Да, он большой. Да, большой. Это мне заряжать этот. Здесь клима тоже. А чё она? Я думал, ну понял. Ну у меня на так же, смотри, это поднимается выше, ниже. Ну вот. Ну у тебя кожа, видишь, у тебя хорошо. Ну, кожа, такая тряпка. Бедмонтин. Видишь, здесь маленький фах. А так крываешь здоровенный. Ах, все. Двойное. Понял. Ну вот. И здесь тоже все эти феномены. Прибамбасы. Громкость радио там. Перемонт... Ну у меня больше нафиг там. Ну, на ФВ. Ясен перед. У меня там насыкано, не разберешься. Я руль кожаный. Осторожно. А смотри, на двери нажал, он сам все открылось. Да-да. У тебя так же, говорю, все будет. Близко. Нет, она, когда эти трубы близко. Ну да, он начинает с метра где-то пищать. Так. Бери свой чемодан. Хватит снимать, да? Нет, не буду. Буду. Будешь у нас ютубером. Не надо меня снимать. Они с 9 начинают работать. Да? Конечно. А-а-а. Я не знал. Я ему сказал, может, 10, не в 9. Новые эти стоят. 36 штук. 38 он тот. Ну там, наверное, все до отцу.
и Нави, и Хирави, и что только там нету. Нави, Хирави, это тоже хорошо. Слушай, а в Хундаях вообще, говорит, там все понатыркано? Да-да. С одной стороны, даже вот так покупаешь простую версию, меньше ломается, да, электроника, например. Электроника если... сейчас вообще если... не ломается. Ну как не ломается, все ломается. Слушай, у меня на Посаде вообще электрические стекла и это, борт, тебя... компьютер, ничего не ломалось. У тебя... Знаешь, что сломалось, эти пары? Смотри, вот, например, я пришел в автохаус. На, подержи. Хочу купить машину, самую, я еще покажу. Самую дешевую, например, да? Мне вот интересно, что будет по цене? Ну вот самая здесь у нас 14, 13. Это белая. Ну. Там все дорогие. Там все дорогие, 15. Вот Opel, например, Corsa вам сказать новый. Ну пойдем посмотрим, что. Короче, дешевле 13 нет ничего. 38. Смотрится нефтяк, да? Какие? Ну так, интересно смотрится. Ну фары смотри какие. Фары, ну это. Она электро еще. Да, да, это электрические. 38. 38. 18. 40, 35. Ну сколько дашь? Я думаю, вот новые вот эти сейчас. Ну 15 где-то, 16. Ну, наверное, так и есть. Это Corsa новый. Кстати, тоже бодро смотрится. Ты бы какую взял из трех цветов? Себе. Из цветов. Грау, конечно. Вот ту правую или вот эту? Вот эту грау. Вот эту. А это Зильба, например. Ну я говорю 15. 14850. Вон та 17 вообще крайняя. 101 PS. Да. А мы уже пробег 15 тысяч. Серьезно? Да. О, это 10 тысяч пробег. 17 тысяч стоит? Вот это 5 тысяч пробег. А вот это с автоматиком, видишь, цена сразу 17. А-а-а. Ну вот у нас штальфельги простые, видишь? Алюфельгина. А здесь везде штальфельги. Ну короче, 17 с автоматом. Обалдеть. Там еще никого нету внутри. 15. 18. Ну там все 17, 18. Opel Astra. Офигеть, 16 тысяч, 18 тысяч евро. Вот он, Тигуан. Здесь даже можно внизу посмотреть. Как он выглядит. Сзади подвеска какая. На моторе крышка положена. Кстати, у старой модели вот глушители вот здесь выходили, да? А-а-а. Я такие хромовые покупал еще. А-а-а. Виктору-то. У меня тоже появится хромовые. Смотри, как сделано. Прямо налито так. А здесь видишь место, типа если у тебя этот есть. Ну, прицепное. Крючок. Независимая подвесочка. Загнали его. Подешевели стал? Подешевел, нет? Нет, не подешевел. Вон он приехал. Вон он, этот, видел? Продавец. Раух. В общем, самая дешевая там за 15 тысяч была маленькая машина. Ничего нету. Вон он. Номерами уже сняли. Ну внимательно смотри сейчас. Вот это красавец. По сторонам. И я только хотел сказать, чтобы у меня такого цвета было. Смотри, точно такой же цвет. Он не такой играл, а красивый. Но он тоже металлин, да? Они его и зеленый паркет уже стоит. Он натер его, да. И... Офигеть. Все. Ну как что? Нравится. Навье. Лучше, чем черный. Конечно, лучше. А фельги, фельги какие? Руками нафиг, не ляпать. А ты знаешь, как багажник этот открывается? Нет. На нее я потом типа надавливаешь на. Надавливаешь и. Он закрыт. Это 311. Это что такое? Торчик. А что это автохаус кольца налепили? Ну, себя рекламируют. А мы это торвем. Сразу же надо убрать. Надо было сказать, что не делали. Этикетку. Смотри, что такое торчит белое? Где? Вон, подставай. Так это от натерки, наверное. Не, это какой-то пластик какой-то. Дефект. Какая-то шляпа.
Так это ж шляпа, а с той стороны? Нету. А может они засунули, чтобы он не болтался? Какое-то с производства какая-то шляпа. Какая-то шляпа, да. 215-65-17. Это надо фару снимать. Вот если бы еще на стеклах хром был. Да. А с одной стороны этот хром, знаешь, он тоже тускнеет потом весь с пятнами. Смотри, крышу нету мятин. Так, резина у нас 215-65-17. Хонкок. Ну нормальная, хорошая резина. Смотри, спереди хром. Корейская. Ништяк. Ну и сзади тоже. Сенсоры стоят на приближении. Да. Нормальная ткань. Едем? Ну все, поехали тогда. А этот где-то? Ну это чтобы драйвик надо сказать. Вот. А, драйвик, понял. Данка. Что говорит? 50 литров бесплатно? Бесплатно залить. Нет, какой-то не так. Тормоз правой ногой. Педаль, да. На Д. Не поехали. Ух ты. Ты понял, да? Что? Даже 50 литров заливает. У тебя право бак дозалить. Я знаю, справа. Все равно мне на своего тоже. Так, мог бы промолчать, да? Да, мог бы и промолчать. Сейчас настроим на русском, чтобы все было. Все, заправил он. Мне кажется, на 30 евро он ему заправил бесплатно. Сервис такой. Все, едем ко мне. Ну как, так же едет? Осторожно. Ну. Так же едет, тихо, нормально так это. Засигналило даже нафиг, когда к тебе. Ну. У меня такого не было же никогда. Угу. Ну вот такие вот дела. Ну отлично. Так, что сейчас барахло перегрузим? С этого, с Сомершина на эту. Буду смотреть сколько. О, блин, еще пить. Она потом вообще будет орать. Когда близко. Там 20 сантиметров. Потом... Да. Тогда там останется сантиметров 15-20. Когда так запищит. Ну и. Ну класс. Вот это. Смотри, другой цвет. Вот это, у тебя, конечно, другой. Светлее. Это... У меня вообще коричневый. Ну, а это темненькая такая красота. Да-да, самый зашибись. Зашибись. Надо еще все, блин, это рассматривать. Ну, по идее, надо. Я вот сейчас хотел радио добавить, не мог, не знаю, куда нажать. Нахуй. Ну, сейчас разберемся. Радио, блин, нету. Ну-ка. Так, подключили мы CarPlay. Все работает. Все классно, короче.
Только интернет надо сделать, и все будет хорошо. Сейчас шеф проедет, покажет вам, как надо ехать. Съездим, купим новый кабель. Хорошо, видишь. Да, здесь маленький фах. Здесь документы у нас. Бардачок, видишь, такой. Не, не влезет. Да там книга эта. Ну, пускай лежит. Вот. Все влезло. Как бы. Кнопки такие, да, сразу смотри, жир так видно на них. Вот именно. Стремный все материал. Жирное. И здесь тоже, смотри, тоже сразу видно. Все жирное, значит. А что он сказал про эту книжку? Что там? Ну, это, короче, сервис Хефт, он в интернете только. Как через интернет, знаешь. Нет такого, как раньше записывали. Здесь просто ты почитаешь, борт бух. Ну, как, что, кнопки давить, если хочешь. Домой возьми его. Если ты будешь читать. Вот так вот. Я думаю, ты не будешь читать. Нет, а надо. О, сумочка вот здесь, смотри, залезь. И смотри, здесь большие такие фахи, можно считать. 1,5-литровые пузыри хорошо влазят. Не, серьезно? Я знаю. Пусто. Ну, ну. Здесь стаканчики можно ставить, да, всякое. Стаканы. Это резетка надо будет домой взять. Это вот так. Вот так, как удобно. Офигеть. Ну поехали. Да. Маленько. Поснимаешь меня. А куда? А меня можешь потом. А я не вижу тебя нафиг. Не видишь? Вот сейчас вижу. Видишь, то, что ауто хольт этот. Ты так подъехал. А мне вот не нравится вот этим. Мне нравится, газ убрал, и она потихоньку поехала. Не надо. Чего она пищит у тебя? Потому что где-то цепляешь. Чего, боишься? Нифига себе, блин. Сенсоры не срабатывают нафиг. Нет, мы неправильно поставили просто. Надо, чтобы вот так было. Сейчас будет сенсор. Так, ну все, едем на автобан, прокатимся. Я не пристегнулся. Делать. Ну полбака он тебе залил, да, на 30 евро. Там полбака даже нет. Ну у тебя сколько здесь бак? 50? Не знаю. 30? Сделай по этому меньше обдув, что-то холодина такая, или потеплее, блин. В общем, отлично, по автобану. Сколько мы проехали? 180 дали? 180, ты что? Толик мне не разрешил больше, сказал, обкатка идет. Обкатка, смотри, все это, зачпанено. Да за... куда ты все поцарапаешь кольцом своим еще все? Я нет. Ну пойдем, мы шнур приехали покупать в Медиамарт. Ну. Ну, отличная машина, одобряем. 90. Больше не хочу. У тебя максималка 203, да, ты смотрел? 202. 202. Что, хорошо стоит? Нормально? Как бы. Сейчас здесь шарфы, курва. Острый. Класс. Ну вот, ребята, вот такую машину мы купили, все сами видели, обзорчик вам провели небольшой, 150 лошадиных сил, 1.5 мотор, автоматик, короче, CarPlay, ну и все, и сиденье, обогрев руля, обогрев сидений, ничего здесь такого слишком космического нету. Ну все, что нужно, то все есть, правильно? Да. Ну все, желаем мы тебе хороших дорог. Проехать на нем минимум 20 лет проездить. Ага. Опять 200 тысяч. Нет, лучше проездить 7 лет, купишь новую модель, которая выйдет, и будешь счастливый. А с вами, друзья, был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких. Осторожнее на дорогах. Пока, друзья.